А знаете ли вы, что до начала 19 века обувь не разделяли на правую и левую? Оба башмака были одинаковы. Всем привет! С вами Книгокоп. Добро пожаловать на мой канал. И сегодня в центре моего внимания очень интересный журнал. Журнал «Юный техник». Все выпуски. Ссылочка, друзья мои, будет под видео на сайте книгокоп.рф. Заходим, смотрим. И наслаждаемся. Замечательный журнал «Юный техник». Огромное количество выпусков. Вот, можете посмотреть, с 57 года здесь до 71-го. Все очень просто. Выбираете год, дальше нажимаете, значит, на то, чтобы скачать. Он предлагает вам скачать, скачиваете, и вуаля, вуаля, вуаля. Ну, в общем, можно смотреть. Ну, вот, к примеру, давайте посмотрим, в чем тут что-то такого интересного. Допустим, вот 67-й год, 7-й выпуск. Я там интересную сейчас статейку очень нашел. Я быстренько дайте пролистаю. Все желающие берем, заходим на сайт, смотрим, выбираем, читаем. Безумно интересно, и спустя годы, вот, скажем так, много всего сам для себя открываешь. Вот, к примеру, эксперимент «Летающая тарелка». Прошу обратить внимание, «Летающая тарелка». Вот фотография, видите, написано, снимок сделан близ города Намюра, Бельгия, в 1955 году. Фотограф заметил в небе неведомый объект серебристого цвета, он приближался, потом вдруг притормозил в этот момент и щелкнул затвор фотоаппарата. А вокруг него образовалось облачко. Объект приподнялся над этим облачком и ускорил движение и исчез. Вот, собственно, как-то так. Что интересно, здесь предлагается следующее. Можно самому получить такой вариант снимка. И, в принципе, здесь такая двойная статья. Вроде бы они пишут о том, что время ответит на этот вопрос. Ну, есть НЛО или нет и так далее. Но, тем не менее, вот есть прям схема, каким образом вы можете это получить. Для этого вам необходимо просто взять зеркальную камеру типа «Зенит». Ну, у кого-то они есть, у кого пленка осталась. Установите у стены яркий источник света. Собственно, натяните вот темный фон, яркий источник света, вот он здесь находится. Дальше, выберите направление оптической оси фотообъектива так, чтобы на зеркальце отразилась картина, похожая на наш рисунок. Вот этот рисунок, вот что может получиться. Соответственно, можно получить это еще по-другому. Портрет летающей тарелки можно получить другим способом, сфотографировав сквозь матовую пластинку осколок стекла. Хоть и осколок и прозрачен, плотность его неоднородна, поэтому освещение его сверху мы получим на матовом стекле тень, похожую на летающую тарелку. В естественных условиях роль осколка может сыграть неоднородность атмосферы, различного завихрения воздуха, ну и, в общем, роль матового стекла облака. Ну вот, вот оптические НЛО, вот, это фото оптического НЛО. Слушайте, ну интересно, то есть тут прямо объясняют, ребята, делаем так, делаем. Вот, много всего интересного, мое дело познакомить вас с этим замечательным сайтом, где есть представлен журнал «Юный техник». Вот, собственно, как-то так. С удовольствием делюсь этой ссылкой. Смотрите, читайте, изучайте. Пожалуйста, это очень хорошо, когда люди читают. И я жив, значит, читаю. Читаю, значит, я жив. Вот, собственно, как-то так. Спасибо. Да, и еще, друзья мои, я советую вам посмотреть обалденный фильм «Старший сын» советского производства. Две серии. Шикарная игра Леонова, Караченцева, Боярского. Ну, в общем, друзья мои, советую. Обалденный фильм, шикарная игра. Чего говорить? Смотрите. Спасибо, что смотрите мой канал. Подписывайтесь, палец вверх, кому понравилось.
Спасибо вам за то, что делитесь со мной интересными ресурсами, сайтами, ссылками, картами, археологическими ресурсами и прочим таким интересным, что может заинтересовать меня и других, кто занимается книгокопом. Пока-пока!